Мы терпели. И в этот, и на балкон невозможно не бежать. Мы против проезжей части под нашими окнами собрались, что благоустраивают территорию набережной, а проезжая часть остается под нашим домом, под нашими окнами. Что будет? Пьянки, гулянки? Молодежи будет гонять на машинах, как обычно это было. Все будет под окнами. Как бы небезопасно, маленькие дети убегают из подъезда. Вот, ну, все-таки аварийность будет большая и как бы небезопасно все. А это выход, если поставить шлагбаум? Конечно, он здесь раньше стоял, когда начали реконструировать набережную, стоял шлагбаум, как бы, и преграждал проезд машинам. То есть машины там оставляли люди, как бы шли спокойно гулять пешком. Сейчас они сделали стоянку здесь, то есть и хотели, чтобы был сквозной проезд.